Привет, друзья! Сегодня мы поговорим о такой рыбке, как Molynesia vallifera, или Molynesia парусная в переводе. А с вами Акварий и я, Валерий Иванцов. Поплыли! Molynesia парусовидная, или Molynesia vallifera. Родина ее Средняя Америка, полуостров Юкатан, где она найдена на большом озерке близ Прогрессе. Средняя величина рыбы не особенно большая, 12 см, но громаден по сравнению с ее ростом, имеющий 6 см высоты плавник. Форма ее округленно-четырехугольная. Что касается окраски рыбы, то описать ее довольно трудно. Одно можно сказать, все тело ее, как плавник, блещет массой светящихся блесток и матовых, отливающим перламутром пятнышек. В частности, грудь и живот имеют окраску светло-серую, переходящую ко времени нереста в красную. А по телу тянутся коричневые полоски с перемежающимися светло-зелеными, составленными из блестящих точек, шнурами. Плавники грудные бесцветные, хвостовой же со множеством синеватых точек, а спинной окаймлен красной каймой. Словом, рыба очень красива не только формой, но и окраской. Что касается до особенностей анатомического строения их тела, то заднепроходной плавник самца представляет собой небольшую толстую иглу, снабженную целым рядом косых, как у пилы, зубчиков. Самка же имеет обыкновенный заостренный плавник. Ко времени метания мальков самка становится не так толста, как у других живородящих, и мечет мальков очень медленно, чуть не двое суток. При этом количество выметываемых ей рыбешек очень незначительно, не более 20. Но зато мальки удивительно крупны. Большинство из них имеет не менее 3/4 сантиметра. Мальки растут удивительно быстро и через несколько недель сравниваются почти со своими родителями. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, переходите в группу ВКонтакте. Пока!